Так, ну что, куда мне ехать? Тебе? Ну да, я поеду тогда ее отвезу. Кого? Машину. И на газике вернешься? Она не едет. И на газике вернешься, Ильич? Грибок. Наверное, пока только закончил. Как закончил? Ну, сейчас надо попробовать отсюда этот УАЗик еще вытащить. Там к сотке прицепить да вытащить. Так, сотка на арену выходит. Так, а на заднем приводе была или что? Кто на заднем приводе? Нет. Нет? Просто зацеп сильный, да? Сломал Макс грибок на УАЗе. Яна сломала, да. У нее ноги длиннее не просто. Своя машина, знаешь. А, не своя, да, да, отношение другое. Да, тут так непросто все, видите. На вид вроде просто песочек со снегом, но совсем непросто. Не все тут могут ехать. Так, Макс на переднем приводе сейчас поедет. Сломал задний грибок. Да, да, вот тут на песке просто. То есть сопротивление сумасшедшее, конечно. Да? Да, тут еще что-то не ломано. Кто сейчас поедет на переднем приводе? Макс сейчас поедет на переднем. Идемте посмотрим. Ну, даже сотки, видите, как непросто. Хотя тапки там 37, кажется. Олега, а у Стаса 37 или что там? 35? 35. Так, ну Макс на переднем. Непросто ему. Тут, конечно, и на полном люди еле едут. Макс, не мучай, она не поедет. Она не поедет, не мучай. Сейчас газиком будут тянуть. Да, погода ужесточается. Бородач спрятался в тепло. Отогревает телефоны. Там мои пока работают. И камера, и телефоны. Хайпится изнутри. Я уже снег не тает на этом. На камере? Да, на камере снег. Продавай телефон. Могу забрать вместе с каналом за две цены. Да, тут совсем непросто. Кто-то, если думают на вид просто, что шо тут песочек, снежок. Совсем непросто. Сейчас будем газиком тянуть. Газиком УАЗик. Говорит, будем пробовать. Ну, сейчас будут пробовать. Не уверен, что получится. Какого тазик печки? Ну, тазик печки бывает там. Давай, пробуй. Да куда пробуй? Тебе надо за руль сесть. Я говорю, давай пробуй. Давай, давай! Выбило. Грибок Макса УАЗе.
поломался. Так, друзья. Сейчас еще разок. Там он сотка слева буксует. Тут не так все просто. Вот, зацепились. Зацепились и пробуют идти. Не, все, тут подъем. Очень у нас весело. Хорошее место. Так это все выглядит. Видите, синхронно они тут вроде всю жизнь так ездили. Синхронно исполняют все. Если летом можно было бы попробовать поехать там на переднем приводе, то по такой погоде, конечно. Ну, газик показал круто себя. В 36 раз дешевле гелика. А едет лучше. Тут происходит. По чуть-чуть пробивается. Куда-то они не туда. Макс, а куда вы едете? Куда-то вы в другую сторону. Макс! Сейчас к Сане подойду. Да, был бы хотя бы передний блок, но полуось бы сразу поломалась. Хорош! А куда вы едете? Да хочешь спать, там свой бан туда вытащить, а он там по спуску поедет. А, да, а там есть... Да куда-то не туда, мы же оттуда приехали. Его как-то развернуть надо. Мы же там приехали оттуда. Давайте попробуем развернуть туда. Бо, говорит, там спуск есть где-то. Кто через спуск будет, а я не знаю. Вон Шевроле Супербан. Куда? Приехал Андрюха помочь. Куда надо ехать? Ну тебе по идее туда. Ну говорит, там город большой. Дай сумку мне. Не, ну мы же приняли решение туда не ехать, потому что там город большой. Да. Тут где-то спуск только есть. А где-то это не знаю. Надо уточнить. Туда. Так, может, туда как? Там же там где-то есть спуск, да, вот там, да? Не знаю пока. Сейчас будем пытаться. Сейчас, Андрюха. Видите, как тут так на раз-два не поедешь. А еще надо тянуть. А еще надо кого-то тянуть. Да, непросто здесь будет. Что там? Что, все? Передок сломали. Так, все, попробовали. Двумя машинами передок. Передок умер. Что, грибок или что? Да, два грибка, наверное. Да, нагрузка большая. Здесь шпильки сорвал. Шпильки сорвал? Какие? На хабе? На загул. На хабе шпильки сорвало. Что, видно там, да? Да,
Новый стиль. А вон крутится, видите? Сейчас покажу. Тяжелого я там. Да, нагрузки. Нагрузка сумасшедшая. Макс, надо на лапландеры собирать, наверное, бабки. Сейчас я буду лимузинщику звонить. Лапландеры? Зато они не ломаются. И блокировки сразу есть. Слышишь? Понижения не надо, уже хватит. И блокировки есть. Короче, собираем на лапландеры завтра, начинаем. Да, выставляй биткоин кошелек, пускай сбрасывает, купим лапландеры. Да, надо на лапландеры собирать. Давай паштет. Давай паштет пожрем, лучше сядем внутри УАЗа. Сколько человек влезет в УАЗ твой? На паштет пойдут, на паштет. Как миленькие. Да? Тогда надо еще... Слышь, у тебя на бороде снег не тает, бородач. Ты так, блин, замерзнешь. И семечки. Полярник, блин. Я потом воды могу попить, а ты можешь. Джек Лондон хренов. Еще, наверное, эту синюю машину. Сейчас, подожди, Карл Маркс, стой. Да не двигайся, стань в профиль. О, красавчик. Ничего не едет. Так, отойди я у вас. А двухсотка едет, Паш? Не очень. Надо колеса сдавать. Садится, садится телефон. У меня телефон, садится палка. Я еще камеру даже не доставал. Надо больше машин. Больше машин. Она твердая, по асфальту. Газик, давай. Я сзади прицеплюсь. Газик, УАЗик покажешь. Да нормально, будет лонг. Будет лонг, да. Смотри, видишь, все импортная вся техника держит подальше. В стороне. От газиков думают, да ну на. Передастся через трос. Да, импортная держится, смотри, а тут чисто наша. Не, он один смелый подъехал, видишь? Просто не в курсе еще, чем это чревато. Ты ниже опусти, удобнее снимать. Я эту палку дал тебе на минуту, все, уже палка живет какой-то своей жизнью. Посмотри, не, она влаги боится просто. Ничего, это же не влагозащитная. Ничего она не боится. Боится влаги, я тебе говорю. Ну вот так снимай, зачем ты ее удлиняешь? Да, чтобы далеко засунуть там. Куда? Присунуть кому-то. Только засунуть что-то. Она следит за тобой. Она меня знает, меня все палки уже знают. Я их перетестировал все, он Нива как красиво идет, смотри. Это холод твой. А тут газик, ой, тут УАЗик. Елик тоже типа смелый, видишь, приблизился, ближе всех подъехал. Не мог, я думаю, себя будет вести приблизительно как газик. Не, здесь? Будет ехать он чего? А, чтобы блоки. Ну, если все поделать, будет ехать 100%. Колеса большие, ему как бы легче будет. Руслан, где мохнатка? Мохнатка на капиталке. Не, кронштейн поломался. Еще надо. Больше машин надо. Больше машин еще прицепили, слышишь? Два еще подъезжают. Да не, надо те, которые едут. О, вот Сабурбан. А меня сзади. Ну, надо те, которые едут, хотя бы цеплять. Кто не подожди. Едет, те сзади. Шевролет идет. Сейчас будем пробовать. У тебя есть рация, да? Да. Думаешь, ребята, не, просто выпустил, что не пойдет. Надо. Или. Да, интересный день сегодня. По погоде было солнышко. Ну такое проходило чуть-чуть, а уже. Снегопад такой лепит нормальный. Сейчас пилоты идут по болидам, садятся. Сейчас будем смотреть, чем это все закончится, сколько еще чего сломают. Пилоты, давай садитесь в болиды, что вы ходите. Ну вот еще же один. Это самый смелый иномарочник из всех джиперов. Не побоялся, что вирус передастся от газа УАЗов. А те в стороне дальше, бородач сказал, держатся хитро. Ну что, смотрим. Рация у всех есть вроде. Сейчас по команде, там бородач командует. Сейчас поедут. Машины ушатали. Очень-очень вязко здесь. Мокрый песок, плюс снег. И, конечно, при этих нагрузках, видите, не едут сами даже тут.
синхронно сложно сработать. Тут пробивать надо первому. Да. Бородач говорит, надо ехать за бомбой, блин, это как вариант. Вот вам и квест на ровном месте. Мегауаз ближе, в принципе, я думаю, за ним проще съездить. Сейчас будем смотреть, что будет дальше. Пока все безнадежно. Не, даже до УАЗа даже дело не дошло. Тут они, видите, втроем пытаются поехать синхронно. До УАЗа не дошло. Ну, сейчас, может, как-то стартанут. Тут, конечно, главное стартануть вообще. Как вам этот движ? Ставим лайки. Снег идет. Руки в перчатках, очень, очень холодно, сыро. Пытаются развернуться. Мегауаза можно было попробовать спуститься. Я думаю, шансов было больше. Хотя, когда он был на переднем приводе, пока грибок не сломали, видите, что творится, смотрите. Он его, Андрюха, назад поддергивает. Надо, чтобы кто-то... Сейчас я рацию, блин. Сейчас рацию достану. Несколько метров протащили. Андрюха, вперед, Андрюха, давай. Саня, не спеши, Саня, третий, не спеши. Когда первые два натянут, только ты тогда начинаешь движение. Я по трассу смотрю. Олег, Андрюха, назад, подожди, Олег, назад надо тебе стартануть, Андрюха, назад все едем. Видите, что творится. Все. Андрюха, давай. Да, это жесть, конечно. Это, я думаю, что так. Я думаю, так просто мы отсюда не уедем уже. Тут, не забивайте эфир, можно я скажу, пускай какой бы я ни был там этот самый. Смотрите, пока мы себе вот этого вот песочек не раскопаем, не сортанем как-то одновременно, то все фигня новое пробиваем, мы не пойдем ходом даже по снегу. Да, очень сложно. Короче, пока. Бородач, слышишь, надо... Нам, наверное, надо за своими машинами ехать, мне кажется. Что-то у меня уже мысль посещает.